Всем привет! Вы на канале Свинки Шоу. Меня зовут Янина, и сегодня мы в очередной раз будем рассматривать с вами интересные товары с AliExpress. Перед началом этого видео хочу рассказать вам, что в моем паблике ВКонтакте о лучших товарах с AliExpress проходил опрос, в котором большинством голосов было решено, что интереснее всего вам наблюдать в нашем сообществе товары для животных. Я добавляю много товаров для животных, отбираю их сама. Добавляю также просто интересные товары, которые не касаются темы зоопокупок, так что если вы до сих пор не знали, что есть такой паблик, подписывайтесь, ссылка будет в описании под этим видео. Я посвящаю много времени для того, чтобы найти что-то интересненькое для вас, для себя, и часть из того, что показываю, заказываю лично или рекомендую друзьям своим. Например, вот такой вот нашла я ошейник, у меня нет собаки, нет кота, кто мог бы примерить эту красоту, но я знаю уже, кому можно предложить. Например, Ричи из нашего прошлого видео, я думаю, ему хорошо было бы в таком красивом ошейнике, поэтому я выставляю периодически товары, можно, конечно же, почитать самостоятельно отзывы, но если вы хотите сэкономить время, то доверьтесь мне. И вот этот вот милый ошейник, он проверен многими владельцами животных. Я всегда заглядываю в отзывы, мне интересно смотреть именно живые фото с этим товаром. Подписывайтесь на наш паблик и будете также в курсе всяких разностей интересных. А в этом видео хочу сделать акцент именно на экологически чистых товарах, которые сейчас полным ходом рекламируются на AliExpress. Это товары для животных, которые выполнены из натуральных материалов. Меня эта тема заинтересовала, очень много мне такого попадалось на глаза, и я обратила внимание на эти товары, хочу с вами обсудить, хочу узнать ваше мнение. Начнем с вот такой вот лежанки. Такое вот гнездо я откопала, в гнезде сидит кролик, который, кстати, в жизни вряд ли поместится в это гнездышко, потому что оно всего лишь 18 сантиметров в ширине своей, насколько я понимаю и представляю, кролики, они немного больше, но сама идея, мне кажется, очень даже неплохая, это 100% органика. У меня, например, только любит валяться в сене, это сено он потом ест, и я ему не разрешаю так делать. Ну и для того, чтобы все-таки питомца как-то порадовать, я думала что-то такое найти для нас, натуральное, чтобы он мог там и лежать, и в случае чего погрызть. Нашла вот это дело, и очень действительно меня это все заинтересовало. Есть минусы у такого вида лежанок, потому как, мне кажется, они одноразовые. Животное их или съедает, или ходит туда в туалет, пачкает. Это нельзя вымыть, нельзя отстирать, и нужно будет исключительно в мусорку отправить все это дело. Следующий яркий представитель этой же категории – это сенник-шар, но сенник непростой. Он не из металлических прутьев составлен, а из ротанговых веточек. И это тот материал, который также можно грызть. У меня свинки любят сенник-шар. В комментариях были опаски, что свинка туда может всунуть голову, но в такое ротанговое сплетение у свинки голова вряд ли влезет, поэтому этот товар у меня следующий на очереди, мне он очень нравится. У продавца было очень смешное описание, но это как обычно, переводчик чудит, но сам смысл товара мне нравится. Все-таки есть достойные идеи на AliExpress, за что мне и нравится он. Этот сайт, он в себе, знаете, концентрирует кое-какое такое безумство продавцов, которые хотят поскорее продать уже хоть что-нибудь, но в то же время там есть довольно-таки рациональные, интересные идеи. Такой сенник можно сделать самому, как мне кажется, а можно вот заказать с AliExpress. Следующее, что я нашла, это кусок дерева. Это мне показалось годным для морских свинок, но позже я изучила размеры. Размер вот этой вот деревянной арочки, он недопустим в высоту для морской свинки, но для хомячка, для других животных, возможно, это все дело подойдет. Это, опять-таки, очень хорошая идея. То есть не обязательно покупать что-то с Али, можно там черпать иногда идеи, если их там находите. Это дерево можно использовать, оно отшлифовано с внутренней стороны, питомец не поранится, и очень так антуражно будет выглядеть в клетке, будет радовать питомца.
А вот следующее изделие китайцев меня ввело в недоумение. Это уже знакомая мне маленькая лежаночка, которую я заказывала. Была распаковка на нашем канале. Лежанка это катастрофически малого размера. Хомякам такое заказывать нельзя, они такое съедят. Шиншиллы тоже будут есть, это будет нехорошо. Зачем-то в этом случае продавец поместил вот эту маленькую лежаночку в деревянное такое лежбище. Он решил как-то экологично дополнить эту идею, но мне кажется, это не слишком хорошая идея. На картинке здесь такая игрушечная мышка, игрушечный хомячок, и как-то у меня, например, нет желания испробовать этот товар, не понимаю, зачем вот эти вот усилия неудачный товар продать. Следующее, это опять-таки вот такой вот домик из натуральных материалов, из соломы. Идея для воплощения, опять-таки, если у вас есть руки, которые могут сотворить вот это, то даже не придется тратиться, вы можете взять эту идею и изготовить нечто подобное дома. Но у меня нет таких подручных материалов, я присматриваюсь, и мне опять-таки понравилась вот эта вот идея того, что свинка и там кролик, другое животное травоядное может есть сено, из которого сделан дом, может там прятаться некоторое время. Но опять-таки вспоминаем о минусах, которые я уже называла. Домик будет одноразовым, животное или запачкает его, или съест, но сама идея неплоха. И умилила меня вот эта вот лукошка, не знаю, как правильно назвать, ассоциации с корзинкой, лукошком и даже с лаптем таким соломенным, вот как с народных костюмов такие лапти были. Или напоминает маленькую люльку для младенца. Это небольшое такое вот лукошко, в котором, по идее, должен лежать питомец и опять-таки его грызть при желании. Мне уже хотелось даже заказать это лукошко, но я обратила внимание, что размеры здесь маленькие, свинка попу не вместит. Но, возможно, этот товар можно использовать для хомяка. Здесь нету, как мне кажется, каких-то опасных моментов, поэтому можно пробовать. Что еще часто вижу на Али, так это вот такие вот деревянные полочки. В данном случае здесь прифотошоплена морская свинка, но я бы не рекомендовала владельцам морских свинок покупать вот такие полочки. Давайте отдадим этот товар владельцам хомяков. Мне кажется, гармоничнее будет смотреться в клетке хомяка и безопаснее. Хомяки прыгучие, они любят вот такие вот штуки, могут это грызть. Свинка же менее поворотлива. Ну и следующий товар меня просто рассмешил. Я увидела, что на Али продаются шишки. Причем можно купить их, как вы видите, за $2, еще и заплатить $1 за доставку. Это тот вариант, когда продавцы уже очень стараются вам что-то продать, и, возможно, у них даже получается это кому-то продавать. Ну что ж, на каждый товар находится свой покупатель. Пока я искала вот эти экологические чистые товары, в кавычках, с Али, я нашла вот такой вот домик акула, который я подарила в одном из прошлых видео котику Ричи. Тогда я вам сказала, что я хотела бы заказать такой маленький домик, и я как раз нашла продавца, у которого прямо-таки подписано, что домик акула по размерам подойдет для морской свинки. 30 см в ширину, 25 в высоту. И меня этот товар заинтересовал. Кому интересно, опять-таки оставлю ссылку, потому что там, где я заказывала свою первую акулу, было это видео на канале, там не было меньших размеров. А этот товар мне очень нравится, он качественно выполнен, и я думаю, что, судя по отзывам, по фото, качество не будет уступать моему домику акуле, который был подарен коту Ричи. Очень многим полюбился этот домик акула, заказов очень много вот таких. Ну и напоследок хочу вам показать два товара, а вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из них что ли более правильный, который больше подходит для животного. Сейчас вы поймете, в чем речь. Дело в том, что я наткнулась на две вот такие вот переноски. Это переноска из пластика с решеткой. Обычная, более-менее стандартная переноска, которая у нас продается в магазинах. Для хомяка самое то, здесь подходящий размер. Свинку опять-таки сюда не вместить. Ну, для хомячка, мне кажется, такой вариант поездки в ветклинику будет нормальным. И второй товар, это из серии «Что эти продавцы себе позволяют?».
Я уже показывала нечто подобное, вот такую мягкую сумку, которая еще меньше по размеру, чем прошлая переноска. Это мягкая сумочка с сеткой, которую хомяк разгрызет на раз-два, и вот такое вот опять-таки продается. Это сравнение двух переносок для тех людей, которые думают, что я грибу все в подряд с Алиэкспресс и рекомендую вам. Нет, я всегда заставляю себя задуматься. И несмотря на красивое фото, на то, что здесь вот нарисована такая модная, стильная девушка с вот этой сумочкой, я не думаю, что это хороший вариант, поэтому призываю вас всегда думать, выбирая товар, но в то же время не бояться радовать как-то своего питомца чем-то интересненьким. Если вы взвесили все за и против, решили для себя, что это самое то, то можно пробовать. Надеюсь, это видео вам понравилось. Спасибо за ваши лайки, не забывайте их ставить, и увидимся с вами в наших следующих видео. Всем пока!